Здорово всем, ребята! Сегодня у нас Ебрик 105 на экранах, и мы ждем боя с лютыми рекордами Засвета. Сейчас увидим, что же это будет на самом деле. Посмотрите, как он сразу рвется вперед! Мы ждем крутых позиций, крутых тактик от этого сражения. Чего ты творишь? Он врывается сразу! Обычно так колесники многие отлетают в ангар. Но вовремя останавливается, знаете, вот... Не подвела чуечка. Вон там уже 13-105 сидел. И получаем... Ой, люлей каких. 469 хп остается. И минуты не прошло. Но мы, конечно, способствуем тому, что отлетает вражеский 13-105. Это единственный светляк на всю их команду. И поэтому сейчас ЕБРчик просто король. Чисто король дорог. Я не знаю, как его назвать еще, потому что больше светляков нема. Мы, нас, конечно, жестко нахлобучили тоже за вот эту выходку. Но теперь посмотрите, как мы леоперда с какой дистанции светим. Погнали, погнали, погнали дальше. Это будет максимально динамично, ребята. И леопердик, леопердик просто в ангар нафиг. Он сейчас будет... Он! Посмотрите, какая батарея. Какая, блин, батарея сзади. Маус на центре. Не должен нас светануть. Маус, кстати, зараза, снайперский. Такую люля-кебабину нам заметелил. А вот это опасно. А вот этот 907 на грани было, ё-моё. Отходи, отходи, отходи. Я тебя прошу, сольёшься. Ох, ребят. Ох, пацаны работают, Маус получает 907-му, артоводы, заряжаете фугасы. Чё вы там ждете по 907-му? Но они Мауса долбят, потому что он просто большой. Он просто большой. 3-0 уже. Почти 5000 засвета. Ну, не почти 5 еще, 4,5. Я думаю, мы это сейчас поправим. 907-й в пермаче. По нашим разведданным, сейчас артоводы скинутся, и просто до свидания. Вон уже пошел. Пошел уже страдать объект. Ребят, пока сейчас основная фаза не пошла за света, напомню вам, что спонсоры этого видео и ребята с очень классного сайта WhatHub, где прямо сейчас есть два эксклюзивных контейнера, премзапас и в запасе. Там можно поднять 20 тысяч голды, 25 тысяч голды, 15 тысяч голды, то есть там огромные призы. Реально советую открыть хотя бы пару раз контейнер в запасе, стоит он всего там 69 рублей, это крайне мало, а призы очень стоящие. И к тому же, если вы будете открывать, используя вот этот промокод, который сейчас на экране, получите гарантированный подарок при пополнении. Каждому начислят эксклюзивный приз по этому промокоду. Вот запишите промокод на экране. Также все есть в закрепленном комментарии. Ссылка на WhatHub и промокод. Вводите при пополнении счета обязательно и получайте подарки. Вот так. Но мы смотрим, потому что здесь пошла основная фаза засвета. Как же он их нагибает! Они ничего не могут сделать, у них светится вся аллея. Все бедные ПТ-хи, чисто колесник делает, выигрывает этот бой. 16! 16,5 косарей за света, охренеть! У меня сейчас слезы потекут за этих ПТ-шек. Как же они сассируют, как же их наяривают-то? Ой, артовод, у тебя без шансов, братан. У тебя чисто без шансов. Все, они все отлетают. 19 тысяч за света. Согласитесь, это эталон просто. Эталон боя на колеснике. Если вы играете на ЛТ и не видели этот бой, то вы ничего еще не видели в этой жизни. А если видели, то вы видели все. Так, выкатываем. Хочется кинуть, но сохраняет наш герой спокойствие. И чисто вот именно как светляк играет бой. Не давая дамаг сам. Красота же.
Ребят, напоминаю, специально замедлил, бой короткий. Напомнить вам, что в этом видео также проходит розыгрыш золота от нашего канала. До 10 тысяч голды можно выиграть. Лайк, подписка, колокольчик, позитивный комментарий с игровым ником. Я иди от контакта, участвуем, забираем голдишку. Ну и не забывайте дойти по ссылке в закрепленном комментарии, вводите промокод и буквально два контейнера в запасе открываете, уже можно очень сильно поднять себе голды. В закрепленном комментарии вся инфа. Советую именно в запасе вот этот контейнер попробовать, он очень крутой. Ну и вот такой бой, посмотрите, 23-704 за света, сейчас мы глянем точно. Счет 15-1, он высветил всех. Сейчас мы глянем, может 25к будет даже. В конечных итогах. Ну и посмотрите, 25-397, народ! Дозорный, разведчик, мастер, обалдеть! Вот просто я не верю своим глазам. 0 урона, 0 фрагов, и при этом он делает бой, это видно чисто по опыту. Пацаны из вражеской команды ничего не смогли сделать, там только Маус вертухи свои раскидывал на центре. Остальные просто слились в нуляку там на зеленке. Яга 264 урона. Бабаха 573. Шикарный, шикарный итог. Вот подробный отчет, вверху справа другой видос. Это эталон тактики колесника. Используйте. Увидимся, ребят. Пока.